В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить увлекательный канал Волли. Ребят, Волли очень хороший мой друг, поддержите, пожалуйста, его, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, посмотрите видосики, потому что у Воли есть небольшая проблема. Ребят, у него начал немножко проседать актив, так что надеюсь на вашу поддержку. Все, вы поняли, да? Ссылочки есть в описании, так что не ленитесь, переходите, смотрите и подписывайтесь на этот канал. А мы продолжаем. Приветик всем, ребята, с вами ваш КентПК. И сегодня я буду снимать довольно-таки необычное видео под названием «Проверка на прочность», потому что, ребята, именно сегодня я буду проверять ваши нычки. Ну что же, нам необходимо зайти на карту сектора. Так, надо зайти карта сектора, вот два человека, так, тут сейчас занято. Карта сектора. О, отлично, ребят, 10 человек, мы сюда заходим и будем просто ждать следующего раунда. Но давайте я вам расскажу, в чем суть этой рубрики. Я, ребят, очень часто вижу разные видеоролики разных ютуберов, что они показывают очень крутые нычки. И я, ребята, буду проверять, на самом ли это деле крутая нычка, или это просто обычное видео, где ютубер немножко, ну, немножко приукрасил. Потому что, допустим, я, ребят, увидел видеоролик одного ютубера, он сказал, что вот эта вот нычка, самая крутая нычка на планете Земля, и что в этой нычке вас никто не найдет. Поэтому в следующем раунде мы все это проверим и узнаем, на самом ли это деле крутая нычка, или, ребята, это просто обычный хайп. Ну что же, я пока что видео поставлю на паузу и будем ждать следующего раунда. Так, ну что ж, поехали. Самое главное, чтобы никто из подписчиков, ребят, за мной не бежал, потому что они могут мне мешать. Так, погнали. Ох, отлично, я самый первый. А, не самый первый, ну почти самый первый. Давайте, ребят, быстрее. Бежим. И просто кабанчиком запрыгиваем в нашу нычку. Все, ребят, я в домике. Так, вот щаны. Так, ко мне никому не бежать. Фух. Вроде никто из подписчиков меня не спалил. Все, ребята, я просто буду сидеть в этой нычке. И нам остается только ждать. Ничего себе, сколько вас тут! Раз, два, три человека. Ничего себе, три подписчика меня спалило. Пацаны, самое главное, чтобы вы не спалили нас всех. Не-не-не. А ну-ка, сейчас напишу, подойдите ко мне. Подойдите все ко мне. Подойдите все ко мне. Написал ребятам, сейчас отправлю сообщение. А, давайте я сейчас передвину. Они пишут: «Привет, Ютуб!» Ничего себе! Вот это да! Вот это, конечно, ребята, проверка на прочность. Я не ожидал. Я скажу вам правду, я не ожидал. Как так быстро, буквально 30 секунд. И, ребята, все, наши нычки как не бывало. Поэтому я вам скажу только одно. Никогда не залезайте в эту нычку, потому что, ребята, эта нычка, ну, скажем так, ну, не самая крутая, как говорил ютубер, и о ней никто не забыл. Поэтому, ребята, в эту нычку лезть 100% не надо, потому что довольно-таки легко вас тут найдут. Я в шоке, как так быстро? Давайте еще один раунд в эту же самую нычку. Так, давайте, погнали. Тык, опа-на. Опа-на, ребят, бежим. Пока что все ништяк. Да вы чё, я даже самый первый, скажем, даже больше. Давайте нажму на кнопочку. Так, пацаны, все, давайте. И обратно все идем. О-о-о! Смотрите, а подписчики меня уже тут ждут. Ну, приветик, пацаны, давайте тут не палимся, давайте напишу. Не палимся. Меня в чате обзывают фейком, ну, как обычно, ребят. Разве так сложно запомнить? У меня 17 уровень и ник КентПК. Ничего себе! Раз, два, три, четыре, пять человек в этой нычке! Ну это, ребят, ну это полная жесть! Не, ну зачем так много? Ну, пацаны, ну вы меня палите! Ну я, ребят, скажу так, даже без моих подписчиков это все равно очень палевная нычка. Прям очень палевная нычка, поэтому, ребят, я не сомневаюсь, что даже если я был бы тут один, меня бы заразили. А что тут пишут? Как бы сказал Тик-Так, ты пирожок с мясом. О май гад. Так. О, блин, пацаны, это палево. А, лол, смотрите, пришел тоже мой подписчик, это зомби. Ничего себе.
Ну, короче, ребят, вот теперь уже точно эта нычка полная лажа. Прям полная-полная лажа. И не верьте тем ютуберам, которые говорят, что вот именно эта нычка на карте Сектор крутая, топ-1, и они все забыли. Да никто не забыл. Ребят, у нас 6 человек собралось в этой нычке. Никто об этой нычке не забыл. Ну что же, с вами был ваш Кент АПК. Если вам понравилась подобная рубрика, ребят, пожалуйста, поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал. Потому что с вами был ваш Кент АПК. Всем удачи, хорошего настроения и всем, ребята, пока. Пока-пока!